Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, ребят, сегодня при входе в игру мне вылетело сообщение, которое я воспринимаю как возможность забрать халяву. Ну, а именно, BLTZ-9000, вместе с ним типа серебрушку, 14 дней према и по 20 бустеров каждого вида. В частности, на серебряндию, свободку, опыт экипажа, ну и опыт танков. Короче говоря, ребят, вот сколько я не жал на вот эту вот кнопочку перейти, у меня она не сработала. Я не знаю почему, возможно, у меня был какой-то глюк. И да, ребят, данное видео я выкладываю исключительно для тех, кто посмотрит этот видос раньше, чем зайдет к себе в игру, и, возможно, это позволит им не пропустить свою халяву. Как я уже сказал, я воспринимаю данное предложение именно как возможность получить абсолютно бесплатно, либо там за что-нибудь, возможно, там за, не знаю, реал мании, конечно, но все-таки больше похоже на халяву, потому что ценника нет. Поэтому, ребятки, заходите в игру, пытайтесь получить, и обязательно напишите в комментариях, получилось ли у вас. Я по своему вопросу уже написал в техподдержку, жду сейчас ответа. Как только мне что-то ответят, я обязательно дам знать. Ну, а вам, ребят, очень сильно рекомендую попробовать зайти в игру, если еще не заходили. И очень-очень надеюсь, что у вас получится перейти и, соответственно, разобраться в данном вопросе. Возможно, даже получить халяву. На данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего. И, ребятушки мои золотые, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте палец на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. И дайте, пожалуйста, знать в комментариях, получилось ли у вас забрать BLTZ-9000 вот в этом наборчике, который вы сейчас видели у себя на экранах. Буду вам безумно благодарен, потому что я на данный момент ответа на вопрос, что это было, не нашел. Ну что ж, друзья, мира вам и спокойствия. Пока-пока.